Thank you.
он совсем не понимал. Не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств. Только благодаря родительскому благонравию дурака из класса в класс переводили. А, наконец, из заведения с чином выпустили. Но когда он домой с аттестатом явился, то мамочка как взглянула, что там написано, так и залилась слезами. А бабочка сурово спросила, что ты, бесчувственный идол, набедокурил? А Лёвка полюбил больше прежнего. Потому что бедный дурак еще шальче стал. Как и 6 лет тому назад он ходил босой, худой, держал руки крабленые. Теперь весь оброс волосами, вытянулся с Коломенскую версту. Мелитриса Кирпитина давно от него отказалась, не кормила его и почти совсем не одевала. Поэтому был он всегда в голоде. И если бы не сердобольные торговки, то давно бы с голоду помер. А больше всего он страдал от уличных мальчишек. Отдыху они ему не давали, дразнились, наускивали на него собак. А дурак защитил Лёвку, обогрел, накормил и одел. И никого, и ничего он не боялся. И ни к чему не питал отвращения, и совсем не имел понятия об опасности. Завидев исправника, он не перебегал на другую сторону улицы, шел прямо ему навстречу, точно ни в чем не был виноват. Случится в городе пожар, он первым идет в огонь. Мамочка все молится, на милость Божью надеется, просветит Господь разум и бабушкин понимание. Заинтересовался проезжий рассказами о дураке, посмотрел на него и на другой день говорит. Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет. От этого он к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения стоит больших усилий. А для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль вползти бы в него могла. Сама природа ему это дала. А впрочем, несомненно, настанет минута, когда наплыв жизни силой своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и подлостью. И тогда он поймет. Только не советовал бы я торопить эту минуту, потому что как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда я в этом убежден, он предпочтет остаться дураком. Сказал это проезжий и проследовал из города дальше. А бабочка между тем задумался. Сидят они там, в петербургских бурях, да раздуваются. Разобьются, да и забрутся. Прошли годы,
исчезнувшего дурака. Но где он теперь? Сыт ли? Одет ли? Ой, ну много ли дураку нужно, чтобы погибнуть? Но от прежнего цветущего здоровья дурака не осталось ни следа. Он был бледен, худ, измучен. Где он скитался? Что видел? Несколько иначе.
Она очень хорошо понимала, что в табацком деле совесть совсем не такое приятное приобретение, от которого можно было бы ожидать прибытка. И потому решилась во что бы то ни стало отделаться от непрошенного.
которые может вырасти, стать большой семьей, останутся в ваших сердцах, в ваших умах. Надеемся, что что-то после сегодняшней работы произойдет с вами. Сегодня вместе с вами работали артисты литературного театра «Слово».